В Российско-Амурске, который тонет из-за прорыва дамбы, продолжают орудовать мародеры. Как сообщают местные жители, из затопленных домов воруют все – вещи, технику и даже еду. Вандалы кругом вскрывают полностью все. Вот, например, у Виктора на набережной 24 мойка. Вчера вскрыли днем второй этаж. В 7 приплываем, а у него уже верхнее окошко взломанное. Еще ранее, 8 апреля, жители Орска заявляли, что не покинут свои дома, чтобы сохранить имущество. Мы не уедем с домов, мародеры. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают. Вскоре в российском МВД отчитались об усилении патрулей. Впрочем, очевидно, что работа правоохранительных органов нерезультативна. Тем временем регион продолжает утопать в воде. Глубина здесь уже достигла метра, и теперь К примеру, уровень воды в Урале возле Оренбурга превысил критическую отметку в 930 сантиметров.